И вот на фоне последних событий в Сирии у американцев меняется мнение о действиях международной коалиции во главе США. Согласно последним опросам, 2/3 жителей штата хотят больше сотрудничать с Россией на Ближнем Востоке. Им предложили ответить на вопрос, каким путем США лучше всего могут победить ИГИЛ. Так вот, большинство респондентов уверены, что это можно сделать, только объединив усилия с Россией. В целом, больше половины американцев назвали борьбу с террористами главным приоритетом США, отодвинув на второе и третье место вопросы иммиграции и торгового дефицита.